лови. Сейчас стекло выше, слышишь? Дебил. Дави. Отстаньте. Дави. Да, куда? Дави, там, дай ключи, нам детей освободить нужно. Ты идиот, Дави. Зачем ты ключи забрал? Дави, ты же добрый вроде. Дави. Заводится. Не умеешь, давайте заведу. Там сломано, походу, машина. Давай, заведу себе. Давай, я тебя заведу, стой, открой окно. Дави, успокойся. Отдай нам ключи, нам детей. Ты можешь просто снять ключ от того замка. Он на панике, пацаны, его надо успокоить как-то. Как-то ты посмотри на него. Почти завелась. Почти завелась. Давид. А что, не хватает Акума? Мне кажется, Акумы нет. Или да. Старцев, да? Да. Не забудешь. Давид. Да все, успокой. Ты что происходит? Куда ты собрался? Я домой хочу. Какой домой? Ты живешь рядом. Это деревня. Ты ж тут все, твой нет. Дом. Я не здесь живу. У меня нет дома. У меня нет родителей. Куда ты собрался, раз у тебя дома нет? Дай нам ключи, пожалуйста. Давид, успокойся. Бля, Кирилл, поговори с ним, пожалуйста, более спокойный. Слушай, Давид, успокойся. Давид, послушай, тихо. Спокойно, мы тебе зла не желаем. Скажи, что тебя тревожит? Расскажи, пожалуйста, нам. Мы тебе хотим помочь. Ты хотел в город, мы тебе покажем город. Почему ты хотел в город? Мы тебя увезем в город, да. Дядь Миша мне не родной. Моих родителей убил Герасим. Кстати, ну это может быть правдой. Да какая разница, ключи нам отдай! Никто не знал. Погоди, ты надо... Ты нахер орешь? Погоди, его, на панике, его надо успокоить, его надо добром. Он не какой-то маньяк-убийца, он просто именно на панике, на стрессе. Давид, успокойся. Дайте мне уехать. Да подожди, Давид, ты даже ездить не умеешь. Ты сейчас разобьешься ты и будет... Ты даже заводишь машину неправильно, ты же даже сцепление не выжимаешь. Давид, давай, мы сейчас выдохнем. Мы хотим просто спасти детей, мы тебе поможем так же. Покажи ивент, пожалуйста. Смотри, сейчас покажу, что тут есть ежедневные награды. Теперь, пока этот ивент идет, смотри, день первый игровой опыт дают, аптечку, потом ремонтный комплект, фишка, деньги и, самое главное, открытие кейса «Форсаж». То есть, что тут может выпасть, я думаю, ты сам знаешь, что есть скины, уникальные предметы и много-много другого. Кстати, ребят, хочу вам рассказать одну тему, которая у меня произошла. Все, кто играет на Радмире, ставьте, короче, аутентификацию, защиту, короче, чтобы не было у вас никаких взломов. Я офигел, когда узнал, что аккаунты в Радмире, оказывается, очень сильно ценятся. Их могут перепродавать реально за бешеные бабки. То есть, чтобы вы понимали, мой аккаунт увели из-за того, что я, в принципе, не знал. Здорово, здорово. А вы что тут просто стоите, меня ждете на всякий, то что вдруг увидите? Жопа, мне, короче, нужно ехать на контейнеры, типа, чтобы ПТ покупать и на склад складывать. Но, блин, у меня тачку угнали, тут машин нету, прикинь. Нет, не садись, я по делам. Нет. Че, сел? Сорян. Крутой, спасибо тебе за контент огромное. Вот ты реально прям крутой тип. Спасибо. Еще встретимся. Давай, я просто тебя... погнал. Давай, брат. В общем, ребят, я что хотел сказать-то, я так не могу договориться, потому что встречаю подписчиков. Я, как говорил, я всегда общаюсь со всей своей аудиторией в игре. В общем, максимально обезопасить свои аккаунты, потому что они стоят, оказывается, ёбнутых денег. И нужно за этим, за всем следить. Я думаю, кстати, мне кажется, есть даже люди, которые специально раскручивают, да, что потом, ну, типа... По-любому бустят, наверное. Ну да. Для тех, кто не в курсе, я играю на 16-м серваке, проект Радмир. Можно играть на проекте Hustle и на проекте Радмир. Hustle для телефона версия, а Радмир для компа. Это абсолютно одна и та же игра. И просто взлетайте на 16-й сервак, вводите мой промокод, который сейчас перед вами на экране, Ващенко, да, с ошибкой, то есть ВАСХЕНКО, то есть вот как тут, вот. И вы получаете ништяки в начальной стадии игры, которые вам очень сильно помогут, то есть там бабосики и все такое, вот. Обязательно взлетайте еще в мою беседу ВКонтакте, мне уже 4000 человек, все эти 4000 играют именно на этом серваке, именно со мной. Я также взлетаю в эту беседу иногда, особенно когда меня там теряют и спрашивают, пишет ли тут Макс, да, я там пишу, я отписываюсь, поэтому залетайте, ссылка также в описании будет на ВК беседу. И там общаемся строго по игре. Короче, всех жду, здесь встретимся и поболтаем. Макс, не психуй, пожалуйста, с ним надо по-хорошему. Я спокоен, подумать. Пока что. Давид, послушай. Нас. Он как ребенок, сам посмотри. Да, он, видишь, он дрожит, он боится. Давид, ты не сможешь уехать. Нам надо помочь двум маленьким детям, тем самым вот мальчику и девочке. Они в беде, понимаешь? А еще мы тебе поможем, мы можем тебе еще помочь.
Это не смешно уже, сука. Да. Вы меня увезете в город с собой. Работает, увезем работает. Увезем тебя работает. В город, увезем, да. Мы тебе вы поможем. Меня не будете трогать. Мы тебе покажем. Тебе даже квартиру. Просто пока ты сейчас время тянешь, как раз может у Герасим прийти, кто угодно. Квартиру снимем, тебе отдохнуть там, пожить какое-то время. Нам просто нужно ключи. Сейчас дядя Миша уже очухается, понимаешь? Он сейчас без сознания, мы сейчас можем как раз все сделать, пока он в отключке. А сейчас, пока ты тут вот время тянешь, сейчас придет в себя и снова сюда вернется. И выпарит тебя. А что с дядей Мишей случилось? Он, не знаю, он упал просто. Тут споткнулся, ударился. А мы ключи забрали. Я вам помогу тогда. Давай, давай, давай. Посмотрите, давай, давай. Пожалуйста. Давай. Там... Все, аккуратненько. Все, вот. Давай. Не дрожи, не дрожи. Ключи где? Это и от машины, и от... Да, там от замка. Это все, да? Да, все, погнали за ними. Угу. Все. Все, спрячься пока куда-нибудь. Я в машине тогда посижу. Ужай. Он реально как ребенок, он тупо боится. Ну слушай, ну Макс, ну ты что, ну он да больной, он как ребенок именно. Реально. Ты сам прекрасно видел. Да, кстати, как вам. Тут? Давай бери брата и валим отсюда. В смысле ушел? Он мог тут уйти, тут идти некуда. Он сполз, он пошел к Михаилу за ключами. Мы слишком долго ждали. В смысле сполз? Вот тут? Да. Ебать. Нормально все, там не ушибся, ничего? Он чуть не упал, но он ушел, он смог. Давай выбираться отсюда, пошли искать того брата. Ты в порядке? Да, я сидела и ждала. А ты что, не слезла с ним? Он или... сказал мне ждать. Или там очень высоко, да? Никого нет пока. Я слышал, что ты был вот. Где пацан? Без понятия. В смысле? Прямого там нет. Че? Он ушел к Михаилу. Как он ушел? Да, он ушел, он взяли, где будет искать. Он просто... Или вы видели отсюда? Он ничего не видел, он сказал, я пойду. Сверху стазит. Где его искать? Он, Михаил, ты там сейчас валяется. И он остался же с этим сумасшедшим. Что, туда нам тогда или как? Ну, ему ничего не остается делать. Да, погнали. Пацан, там может не быть же. Он же не знает. Ну а кто знает, ну куда ему еще идти? Я даже не верю, что он там. Когда его не было, правильно? Ну вообще не было. Как он мог вообще мимо нас незаметно пройти? Мы же... Сразу тут туда-сюда ходить. Слушай, незаметно. Макс, я экшенку у тебя взял. Возьмите камеру, я с той стороны гляну. Зачем? Я с обратной стороны пробегу, посмотрю, если что, я крикну. Приходите, да, пока. Странно. Зачем ему отдельно? Ты что, или это Кирилл был? Это Кирилл, походу. Кирилл? Что делать? Не знаю. Мне показалось, какое-то рычание было. Никого нет. Думаешь? Мы зря. Все, пришли. Нужно дальше идти. Тихо. Мне кажется, мы где-нибудь. Тебе кажется. Тихо. Че? Я что-то там. Я его сейчас убью. Слышишь? Санек, блядь, осторожно, сука! Отходи, отходи, отходи! Иди сюда! Что там происходит? Пугало напало на него. Ты в порядке? Да. О, а как? Он просто ёбнутый. Твою мать! Беги, беги, беги! Бежим, Санёк, бежим, Санёк, бежим! Девчонка, ты куда забежала? Ты зачем сюда забежала? Я туда не пойду! Сбирай дверь! Сбирай, сбирай, сбирай! Всё! Тупи! Тихо, тихо, мы выбежим! Ебать! Он дверь пилит! Блять, куда?
А ты убери руки, сейчас тебя пропилят руки! Бесполезно! Что делать? Помыл бы сейчас дверь, но... Не подходи, он сейчас пильнёт! Ёпта! Что нам делать-то? Да это бесполезно! Что ты сделал с этой палкой, обоссанный? Тихо! Он нас бросил просто? Все. Иди сюда! Все. Давай! Все хорошо! Успокойся! Сейчас все решим! Можешь высунуться, телефон посмотреть? Его нет! Уходим! Сюда, сюда, сюда! Быстро! Уходим, уходим! Уходим. А где Кирилл? Блять, Кирилл нас кинул, сука! Он просто, я не слышу, он просто... Блядь! Что за херня? Сука! Твою мать! Что за дерьмо вообще? Давай, вались, нам машину нужно! Нам машину нужно! Давай, быстрее, быстрее! Её брат, где? Куда эта херня? Не-не, в камеру, без разницы. Окей. Ты в порядке? Данил там! Где? Нет, Данил убежал оттуда, он в окно вылез. Данил вылез в окно, это 100%. А если нет? Он вылез в окно, я лично видел, он убежал. Я не видел. Я когда толкал маяк, его уже не был. Да, он в окно выпрыгнул. Он где-то тут бегает. Сука, надо найти, убираться. Провалил. Не переживай, найдем его. Ебать. Было очень стрёмно. Блять, как Кирилл так мог, как тварь просто поступить? Я снаружи посмотрю, и все. Подожди. А если он мог свалиться, он не мог бы на тачке уже свалить от нас? Может, у вас есть какое-то место с братом, в котором вы постоянно собираетесь? Да. Последнее время он только там нас держал. Я не знаю, он где можно держал, искать. Он вас держал, а вы про отдельность всегда. То есть у вас, может, есть какое-то свое место? Мы почти всегда. А что за херня? Давид. Это Давид? Да. Так ключи у нас вместе с зажиганием. А как он мог завестись? Я не знаю. Очень странно. Очень странно. Так, нам надо сейчас искать Данила. Я всегда с этим мужчиной. Он с вас глаз даже не сводил? Он либо запирал нас, либо он с нами ходил. В смысле? Он запирал? Не оставлял нас, чтобы мы не убежали. Сука, это не Давид, ни хера же. Ну с топором, слышь, у нас ничего нет. Девчонку отдай. Ни хера, мужик. Садись свою тарантайку, вали нахер отсюда. Отдай, сказал, это девчонка. Это не дочь твоя, не радует, ты что с башкой-то? Как что, дочь сказала отдай. Что, блядь, творишь? Тихо, у него топор. Толя, отпусти. Сказал отдай. Она со мной поедет. Где что, пацан? Пацан где? Да откуда я знаю, где? Ты видишь, что рядом с нами или что? Она с нами поедет. Смотри, лучше уезжай, пока мы вытащим тебя, не переживай. И брата твоего. Но мы нихера сейчас не сделаем, у него топор, сука. Че мы сейчас сделаем? Я сейчас ничего, у меня... Шокер твой где? Где? Там где? Остался? Маньяка. Да и ты видел ему срать на электричество? Попробуй себя таким ударь. Сажает ее. Что нам делать, Санек? Я не знаю, ну как Кирилл мы сейчас еще, побежим? Кирилл еще, сука, подставил. Выродок. Как он так мог вступить? Я без понятия. Стоп. Кирилл? О, объявился! Чё, как дела? А нас чуть не распилили. Чё, нормально, живо? Да, на всё, спасибо. Чё? Ничего. Всех, всего лишились. Нас чуть не распилили. Девчонку просрали. Там. Тот мужик это, да. Да. Всех просрали, пока Кирилл где-то лазил. В смысле лазил? Я же помог вам. Вы же в это как... Вы же освободились. Чем ты помог? То, что постучался нам там, типа махал рукой или чё? Он перестал уже пилить, а он убежал уже. Ну куда-то он. Я его на себя отвлек. Я не слышал, что вы говорите, я поэтому махнул, перелез через окно, начал его отвлекать, у меня все снято. У меня экшенка твоя была. Он за мной с пилой, мне пришлось на чердак залазить по лестнице какой-то, сделанной из рамы, потом она упала. Получается, это он его отвлек. Я чуть ноги не сломал, когда слезал.
Блять, надо выбираться отсюда. Девчонку потеряли, пацан есть. Нормально. Где пацан? Все. Он около моей машины, пошлите. Около тачки? А тачка-то где? А где вот ее? Там. Когда началась у вас суета, он выпрыгнул в окно, через которое как раз я залез. Я ему сказал к тачке, объяснил где. Он сейчас... Тут беги там, это опасно. Что там происходит? Надо что-то делать, надо что-то делать. Твою мать! Твою мать! Ребят, остальная жесть, которая творилась с камеры Кирилла, что он там поснял, как оттуда выбирался, все это увидите в моем телеграм-канале. Просто ролик получился и так уже слишком длинный, а YouTube не особо любит, когда очень долгие ролики получаются, поэтому видите все в телеге. Я, походу, заснял его без маски, я не знаю, на камере видно или нет, он сидел без маски. Я глазами увидел, камера, не знаю, увидела или нет. Это какой-то наш знакомый, ты не узнал, незнакомое лицо? Я лицо сам... Короче, я не знаю, пересмотришь с камеры, вот что ты будешь заливать, сам увидишь. Я не знаю, я пробегал, он сидел...
максимально увидеть. Постараемся высветлить. Короче, ну, ребят, там светло. Пытаемся, да? Там все, там видно. Он сидел как-то вот так вот ко мне, но я увидел, что он без маски. Ну, ребята по-любому смотрят, может, они узнают. Камеру, я не знаю, я его увидел вот так вот. То есть, то, что, потому что она, типа, что снимала. Она с другой у меня. Короче, ребят, в любом случае, я сам это не видел, я залью все это в телеграм-канал, там посмотрите. То есть, в любом случае, все продолжение своего камеры будет там, и этот фрагмент тоже будет там. Я надеюсь, что Кирилл смог поснять его рожу, и мы сможем распознать это лицо и понять, что за ублюдок скрывается под этой маской. Ссылка на мою телегу будет в описании. Будет как раз называться мой телеграм-канал. Залетайте туда и там смотрите все полностью. Кирилл, где пацан? Опять? Им второй раз? Нельзя его одного оставлять. Данил! Ты ему ключи же не давал в тачке? Может, он, конечно, в кустах где-то нас ждет. А что за... Данил, это мы. Хотя как вариант. Данил! Пацана просрали. Да не просрали мы пацана, он сам получается. Да он бы вышел, если бы мы крикнули когда. Никого нет вообще. И чё? Чё, подождем какое-то время? Но он должен был за это время уже сюда прийти, он гораздо он раньше нас ведь ушел. Он бы 100 раз пришел уже. Ну поэтому ждать смысла, наверное, нет. Может, он как в прошлый раз решил уйти. Не подцепил ли этот придурок его по дороге где-то? Я не знаю. Да не мог. Когда я выходил, тот сидел. Пацан задолго до этого ушел. Но он на машине же потом поехал и... Блин, жопа. Что, какой план? Плана нет никакого, по сути. План сейчас... Сейчас гроза начинается. Ну да. Плюс темнеет. План уезжать и думать, что делать дальше. Да, просто реально каждый день на кону, над ними там, так понял, издевается, хер пойми, что он с ними там делает. И сейчас просто их оставлять даже вот на несколько дней. Ну хрен знает, ты прикинь сейчас, какое их наказание будет ждать уже за это, учитывая, что они там сидели заперты за то, что просто якобы с нами когда-то поговорили. При том, что они же ничего не нарушили, получается, они с нами общались, когда еще даже с ним знакомы не были. Это то есть мне кажется, он просто жесткий садист. Главное, чтобы с ним все было в порядке. Ладно, погнали, потому что сейчас, мы сейчас все равно ничего не родим. Где их искать, мы тоже не знаем, сейчас по каждому домику ходить, там хер, что сейчас местные скажут.